Здравствуйте, ребята. Приветствую вас в Академии занимательных наук. Кстати, ко мне пришло письмо от Андрея Копытина из Воронежа. Вот он пишет: Дмитрий Иванович, расскажите, пожалуйста, как люди придумывают лекарства. Дорогой Андрюша, путь к лекарственным препаратам был труден и тернист. Говорят, наши предки были куда сильнее и крепче нас. Но и они время от времени болели и нуждались в лечении. Большинства привычных нам лекарств у них не было. А санитария и гигиена. Люди, например, в средневековье не имели о них ни малейшего понятия. И очень часто целые города погибали от различных эпидемий. Вот, например, средневековые врачи многие болезни лечили ртутью. Ребят, но ведь мы-то с вами знаем, что ртуть ядовита, как и многие ее соединения. Ну, конечно, этот яд может убить возбудителя болезни, но представляете, какой вред он наносит организму человека. Как говорится, одно лечим, другое калечим. А сейчас на ваших глазах я приготовлю одно из популярных древнерусских снадобий. Так, нам понадобится мед, две части меда и одна часть обыкновенной поваренной соли. Препарат готов к применению и рекомендован при укусах пчел, ос и шмелей. Да-да, не смейтесь, он на самом деле помогает, потому что натрий хлор, поваренная соль, вытягивает яд из ранки, а биологически активные вещества, которые содержатся в меде, ускоряют заживление раны. Издавна в народе разные недуги лечили тем, что было под рукой. Например, люди знали, что лист подорожника останавливает кровотечение. Отвар ромашки смягчает воспаленное горло. Сок маковых головок снимает боль, а настойка ивовой коры снижает жар. Только в 1828 году немецкий химик Бюхнер из коры ивы выделил вещество, которое назвал салицин, а от латинского названия ивы – саликс. Это вещество представляло собой соединение глюкозы и салицилового спирта. Немного позднее из салицина была получена чистая салициловая кислота. Многочисленные эксперименты доказали, что именно она обладает лечебным действием. Тут же салициловую кислоту объявили чуть ли не панацеей. Врачи принялись назначать ее при самых разных заболеваниях. Но помогала она лишь тем больным, которые страдали ревматизмом и высокой температурой. Впрочем, у этого лекарства был один неприятный побочный эффект. Вот смотрите, вот формула салициловой кислоты. Гидроксильная группа, бензольное кольцо из 6 атомов углерода и карбоксильная группа. Ну, вот этот вот водород в карбоксильной группе легко отщепляется, собственно говоря, поэтому это и называется кислотой. И когда кислота попадает в желудок, это вызывает неприятное ощущение под названием изжога. Конечно, этот водородный атом в карбоксильной группе можно нейтрализовать, ну, например, заменив его на натрий. Эта соль, салицилат натрия, куда меньше раздражает слизистые оболочки, чем кислота. Другое решение этой проблемы предложили почти одновременно немецкий химик Герхард и француз Шарль-Фридрик Жерар. Они заменили вот этот вот водород ацетильной группой и получили формулу ацетилсалициловой кислоты. И вот уже 100
с лишним лет мы пользуемся первым в мире искусственно синтезированным лекарственным препаратом. Но откуда взялось второе название ацетилсалициловой кислоты, аспирин? Я думаю так. Салициловая кислота содержится в растении под названием таволга, по латыни спиреа. Спиреа – спирин. Ацетилспирин – аспирин. Я думаю так. Кстати, друзья, сами запомните и передайте своим мамам. Аспирин лучше не хранить при комнатной температуре. Убирайте его в холодильник. Почему? Да потому что уже при температуре 25 градусов Цельсия под воздействием влаги, которая содержится в воздухе, ацетилсалициловая кислота распадается на салициловую кислоту и уксусную кислоту. Ну а как кислота действует на желудок, мы с вами знаем. По этой же причине не стоит принимать это лекарство на пустой желудок. Употребляйте его исключительно после еды и запивайте большим количеством воды, а лучше используйте так называемые шипучие таблетки. Они сами растворяются в жидкости. Ну, почему лучше? Да потому что раствор аспирина, в отличие от таблеток ацетилсалициловой кислоты, не падает таким булыжником к нам в желудок и не разъедает его стенки. Вот смотрите. Немного подождать, и таблетка сама растворится. Только я хотел убрать аспирин в аптечку, как прочитал письмо от Тани Новиковой и понял, что он нам еще пригодится. Таня спрашивает, почему ее мама, когда консервирует овощи, кладет в банке по паре таблеток аспирина? Внимание, Таня пишет. Неужели помидоры и огурцы болеют? Ну нет, конечно, овощи простудами не страдают. Но аспирин, Танюша, твоя мама кладет туда совсем по другой причине. А какой мы узнаем с помощью простого эксперимента? Внимание! Нам понадобится, ну вот, пара кусочков хлеба, блюдечки. Что мы делаем? Один кусочек, контрольный кусочек хлеба, мы просто смачиваем водой. Так. А другой раствором ацетилсалициловой кислоты, то есть раствором аспирина. Смочили. Очень хорошо. И теперь мы поставим эти два кусочка, ну, куда-нибудь в теплое место. Пройдет неделя, ребята, понаблюдайте, что случится с этими двумя кусочками хлеба. Вот я неделю назад этот эксперимент провел. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Так. Вот это образец с аспирином. Смотрите. Ну, с кусочком хлеба практически ничего не произошло. А вот этот образец я просто смачивал водой. Ну, давайте посмотрим. Друзья мои, он весь покрылся плесенью. Оказывается, салициловая кислота препятствует росту дрожжевых и плесневых грибков, а также некоторых бактерий. А еще у нее низкая токсичность, и в слабой концентрации она почти не имеет вкуса. Так что аспирин, в котором она содержится, по всем показателям прекрасный консервант. А теперь, друзья мои, мы переходим к важной научной проблеме, которую поставил перед нами Веня Костин из Воткинска. Этот любознательный мальчик пишет: Дмитрий Иванович, а как в нашем организме работают лекарства? Как они находят то место, которое требует лечения? Браво, Вениамин! Это очень серьезный вопрос. Ну вот, например,
У человека изжога. Давайте представим наш желудок как небольшой котелок, в котором горит огонь, изжога. Обволакивающие препараты, попав в этот котелок, растекаются по стенкам и защищают их от огня. А антоцины – это огнетушитель, который гасит горящее в котелке пламя. Чаще всего в роли огнетушителя используют гидроксид алюминия. Вот он. Алюминий OH трижды. В желудочном соке содержится соляная кислота H-хлор. Так вот, этот гидроксид алюминия нейтрализует кислоту желудка, образуется алюминий хлор 3, ну и вода. Как видите, друзья, с лекарствами, призванными воздействовать на желудок, действительно все просто. Мы глотаем таблетку, она попадает туда, куда нужно, и начинает работать. А вот как послать лекарство, например, в печень, в сердце или в мозг? Только через кровь. Но кровоток разнесет препарат по всему организму. А нам нужно воздействовать только, ну, например, на печень. Что же делать? Давайте представим, что вот эта вот шкатулка – клетка печени. Нам необходимо доставить внутрь лекарство. Вот не открывается, мешает замок. Для того, чтобы открыть замок, нужно подобрать ключ. Пробуем. Этот не подходит. Этот не подходит. Вот, нашли ключ, который подходит. Открываем шкатулку, клетку, и помещаем внутрь лекарственный препарат. У клеток каждого органа в нашем организме вот есть такие замочки. Они называются рецепторами. Если ключик не подошел к замочку рецептору, то препарат не сможет проникнуть внутрь клетки и начать работать. Ну, а мне пора прощаться с вами. Всего доброго. Не забудьте, я жду ваши вопросы по адресу: Москва, 109-147, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Вы также можете оставлять свои вопросы на сайте нашего телеканала. Ну что ж, до новых встреч. Всегда ваш Дмитрий Иванович.